Новая экспозиция именного состава «Поэзия в метро» знакомит пассажиров с творчеством Шекспира. На станции Международная состоялся торжественный запуск именного поезда «Поэзия в метро» с новой экспозицией «Шекспировские страсти». Запуск состава приурочен к году языка и литературы в России и Великобритании, а также к 400-летней годовщине памяти английского драматурга. Именной состав курсирует по Филевской линии. Выставочное пространство посвящено творчеству Шекспира. Внимание пассажиров привлекла необычность оформления. Произведения представлены в традиционном исполнении и в современной интерпретации, язык интернет-символов. Экстерьер вагонов поезда знакомит пассажиров с фотографиями людей, перевоплощенных в персонажей шекспировской эпохи и испытывающих различные эмоции. При помощи пентаграмм переданы чувства Макбета, короля Лира, Ромео и Джульетты и других героев. В вагонах, оформленных по шекспировской тематике, появились селфи-поинты и доступ к специальной интернет-платформе. Здесь можно больше узнать о Шекспире и принять участие в конкурсах, предусматривающих множество призов, в том числе путешествия на родину поэта.